Здравствуйте! Сегодня готовим яблочное варенье с бананами и сливами. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками или кубиками и сложить в кастрюлю. Бананы очистить от кожуры, нарезать кружочками и добавить к яблокам. Сливы разрезать пополам, выбрать косточки, нарезать дольками и сложить в кастрюлю. Выжать сок лимона и добавить к фруктам. Добавить сахар и ванильный сахар и довести до кипения. Время от времени помешивая, снимая пенку, варить до желаемой густоты. Это может занять от 20 до 50 минут. Разлить варенье по стерильным баночкам, закрыть стерильными крышками, баночки перевернуть и оставить до полного остывания. Из этой нормы получается около 3 литров варенья. Все ингредиенты в граммах в описании. Приятного аппетита! И да, не беда!